5 рублей, 1988 год, Новгород, памятник тысячелетию России. На реверсе монеты на фоне парка Новгородского Кремля рельефно изображен памятник тысячелетия России. Под памятником старинным шрифтом надпись «Новгород». Вверху вдоль канта полукругом надпись «Памятник тысячелетия России». Слева прописана дата установки памятника – 1862. На аверсе вверху по центру герб СССР образца 1956 года с 15 перевязями ленты на колосьях пшеницы по числу союзных республик. Под гербом на всю ширину монеты прописана аббревиатура государства, надпись СССР. В нижней части аверса в две строки прописан номинал монеты, цифра 5, под ней надпись рублей. В самом низу вдоль канта мелко указан год чеканки, 1988. На гладком гурте две вдавленные надписи, 5 рублей, разделенные двумя пятиконечными звездочками. Оформители художник Мирошниченко, скульптор Носов. Дата выпуска монеты 12 октября 1988 года. Монета из медно-никелевого сплава весом 19,8 грамм, диаметром 35 мм, толщиной 3,1 мм, чеканилась на Ленинградском монетном дворе общим тиражом 2 миллиона штук. Из них 325 тысяч монет коллекционного исполнения. Средняя цена в районе 250 рублей. Конкретно эта монета куплена за 1000 рублей.